В преддверии 9 мая большинство репортажей посвящены предстоящему празднику. Вот и сейчас сюжет о встрече главы Чувашии с ветеранами войны, которая состоялась сегодня в Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн. На встрече побывала и наша съемочная группа. Место встречи выбрали не случайно. Здесь собрались те участники войны, кто ставил на ноги раненых солдат и оказывал им неотложную медицинскую помощь. Они – военные врачи. Благодаря им по сей день ветераны встречают День Великой Победы вместе с нами. Одна из медсестер, Татьяна Андреевна, за время войны 19 раз давала кровь, за что получила особую награду в виде медали. В техникум связи училась, потом ходила на курсы медсестер. Это вот когда я училась, мы там раньше-то хорошо к войне готовились. Когда я была на фронте, у нас даже многие так тоже пришли, уже знали все, что перевязывать, как что. В основном это как перевязывать, как шины накладывать, это все. Нас это учили, да, как уколы делать, чего. Вот, это все мы знали. Поздравить ветеранов и выразить им благодарность пришел и Михаил Игнатьев. Он отметил, что образ военного медика – олицетворение высокого гуманизма, мужества и самоотверженности. Мы много очень мероприятий проводим в этом году, можно сказать, как никогда, с одной единственной целью, чтобы молодое поколение понимало и знало цену победы всего советского великого народа в Великой Отечественной войне. Участники встречи рассказывали о медицине военные годы, делились воспоминаниями и подвигами. На встречу пришли 16 ветеранов, 16 человек из тех миллионов, благодаря которым мы живем. Евгения Егорова, Евгений Анисимов, Республика.